переведено и озвучено по версии... Ты реально думаешь, я не перепрыгну? Узи, подвинь это! Это фигня! Это самый маленький прыжок за всю мою жизнь! Надо разогреться! Это... фигня! Это фигня! Ладно, ребят, это просто шутки. Мы здесь собрались для всяких там видео о том, как дышать. Я сказал всяких. У нас тут Фэтти Поттер. У нас тут Марио Санта-Мария. Чё как, ребят? Слушай, у тебя там седые волосы появились, ты в порядке? Ну да. Да, это Ультра Инстинкт. Так он начинается, так начинается. Тут у нас Узи Уокер, а там у нас австралиец. Что мы сегодня делаем? Кое-что очень тупое, но и потенциально очень веселое. И у нас перемены. Сегодня нет Карлоса. Чё там происходит? Ты сказал перемены, и песня Майкла Джексона «Человек в зеркале» заиграла. Нужные перемены. Мы делаем видео о брейл-дропе, и в этот раз с нами Фэтти. Мы пытаемся затащить туда 20-футовый бокс, но его конструкция не соответствует никаким стандартам, потому что его собирал Аарон. Мы пытаемся его туда затащить, но мы понятия не имеем, как это сделать. Мы также беспокоимся за свою безопасность, но для видео мы готовы на все. Почему моя идея хуже этого? А в чем была твоя идея? Пытаться поднять это вверх, как здание. Если это отодвинуть и встать вот здесь, и вы, ребят, поднимете это здесь вдвоем, то сработает. Но вы не сможете затащить его наверх. Ты знаешь, какой этот кикер скользкий? Ты знаешь, какой он скользкий? Встанете вот здесь. И останемся без ноги или двух. Я иду наверх. О да, это не сработает. Видишь, надо поднять. Да не, нормально. О да, это работает. Может там дырки просверлить? Ладно, давай воспользуемся твоей идеей. Хотя я не хочу, чтобы ты это делал. Потому что это смертельно опасно. Ладно, давайте-ка сначала. Да, тебе надо это отодвинуть. Погодите! Он же заденет эту балку. Нет, не заденет. До нее всего 17 футов. До тебя 17 футов. Боже мой! Чел! Новый Брейл Дроп Челлендж. Съехать с дропа и приземлиться на узкую часть бокса. Не ты, я просто сказал, это было бы слишком. Ну ладно, помогайте поднять. Да мы не можем! Вам просто надо толкать ее вперед. Вам нужно осторожно толкать ее вперед, как высокую лестницу. Да! Поднимай! О май гад! О, нет! Уже началось. Нам нужны лестницы. У меня идея. Давайте просто поднимем бокс по ступенькам. А потом затянем его сверху. Да. Не, давайте возьмем просто хлипкие лесенки и поднимем вот так. Знаете что? Египтяне построили пирамиды. Да как, по-твоему, это работает, чувак? А почему бы нам не сделать так, как сделали они? А как они сделали? Я не знаю. А вот и Карлос. О, идеально. Я никого не вижу. Смотри вниз. А у этих лестниц есть предел по весу? Я все равно считаю, что моя идея все еще лучшая. Прикручиваешь сюда подвески и катишь бокс по стене. Подвески с колесами. Заедет куда хочешь. Погодите, погодите, я что-то придумал. Я что-то придумал сейчас. Погодите. Что если мы поставим две лестницы вот так? А вот сюда вот так поперек поставим доску. И постепенно по одной ступеньке будем поднимать. Использовать веревку неплохая идея. Если просверлить там дырку и всем вместе тянуть, то это сработает. О, блин! Кажется, мы что-то придумали! Мы что-то придумали! Самое крутое в мире примо. У нас есть прогресс. Гейб, дырка будет великовата. Пока никто из нас серьезно не пострадал, давайте сделаем отметочку здесь, что я думаю, что это плохая идея. Ладно, теперь убираем его с доски и кладем вот так. Мы все забираемся туда наверх, и по двое из нас тянут с каждой стороны. Как Человек-паук в сцене с поездом. Ну я не знаю, ребят, можно ли это поднять. Ну давай, залезай туда, Человек-паук.
Я реально чувствую себя как Человек-паук. Очень тяжело. Но я не уверен. Надо затянуть, теперь надо затянуть наверх. Все тяните! Дэниел, тяни! Дэниел! Не отпускай! Знаете, я не буду это делать. И это твой план? И он должен так стоять? Дэниел, это лучшее видео, которое мы делали. Стоит крепко. Дэниел, дай мне скейтборд. Чел, надо на это забежать вверх. Можешь дать мне ту доску? Oh, no. Я что, должен сюда запрыгнуть? Да нифига! О, вот так. О, май гад! Может поднять тот конец и подложить под него другой бокс, чтобы спуск был более плавный? Я не знаю, это стрёмно. Это жесть. Надо подложить что-то сюда. Да, подложить другой бокс, чтобы спуск был плавнее. Карлос, нет! Я боюсь даже идти по этой штуке. Боже мой! Да, давайте попробуем сделать спуск менее резким. Скорее всего, это самое страшное сооружение, что мы здесь возводили. И это не шутка. О, май гад. Не снимай это! Карлос, нет! Вот она черта, которую нельзя переходить. Это уже слишком! Нет, не делай этого. Карлос, нет, там есть дырки. Да. Нет. Нет, просто не надо. Знаете, я лучше попробую на своей доске. Это страшно. Ты готов, Марио? О, май гад. Толкай! 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 Все, опускаем? Не-не-не, погоди, еще рано! Толкайте! I'm getting lifted by this! Дэниел, помоги! Дэниел, толкай! Wait, Дэниел, they got dented! Осторожней! Боже мой! Осторожней ноги! Окей, ребят, давайте еще чуть-чуть. Окей, уже почти. А теперь опускаем.
Выглядит так же. Так даже страшнее. Как вы уже могли заметить, мы вообще не понимаем, что делаем. Ребята, моя собачка хочет писать, я отлучусь. Это Чарли. Мой маленький песик. Мне только кажется, или ничего не изменилось? Ну, это я поставил. Вообще-то эта штука меня пугает. Я не знаю, ребят, я не знаю. Пускай люди увидят. Вот почему оно провисает. Коупинг больше не вровень с деревом. Он проваливается в середине. Он крепкий. Просто обычно так его не ставят. Окей, внизу у нас 14-дюймовый бокс с двумя маленькими кусками бруса, который полностью держит этот огромный бокс. Спуск стал немного плавнее, но я не буду использовать слово «плавный», потому что нифига это не плавный спуск. Чего? А ты можешь это все рассказывать без улыбки на лице? Я пытаюсь быть настолько серьезным, насколько это возможно. Ты так рассказываешь, как будто все сделано правильно. Чё? А? Ну окей. Я бы хотел посмотреть, как кто-то построил бы это лучше, при этом не будучи профессиональным строителем скейт-парков. Вот та часть, она даже не касается бокса. Чел! С тем, что у нас есть, с теми материалами, что у нас были, лучше бы мы не смогли. Лучше уже некуда. Реально, это самая просчитанная вещь, которую мы смогли бы построить. Она максимально безопасна, насколько это возможно. У нас две лестницы в форме буквы Z держат ее внизу. Также она опирается на опорную балку под ней. Также у нас есть... А еще у нас есть... А еще у нас есть высокая лестница, которая поддерживает ее тут. А еще у нас есть Карлос и Фетти, которые попробуют сделать ноу-слайд, я думаю. Делайте, что хотите, ребят. Думаешь, сделать? Сам выбирай. Ну ладно. Как ощущения, Фетти? Я не знаю. Ты дрожишь? Меня трясет. Еле проходит. Окей. Ребят, мне страшно. Как думаешь, сколько бы здесь было ступеней? 19? 20? Я вообще понятия не имею. Я никогда 20 ступеней вживую не видел. Дэниел, что думаешь? Но у них получится. Я тебе говорю. Они точно сосредоточены. Ну, просто дело в том, что это ступени без ступеней. Да, это сразу дроп вниз. Но, честно говоря, падать на ступени это... Это опасно для лодыжек. А это опасно для всего тела. Давай, Карлос, ты сможешь. Я не могу поверить. Он сказал, что это весело. Он сказал, что это весело, и он хочет еще. А я хочу жить. Два подряд тогда считается. Не делай, не делай этого, не делай. Хочешь сделать бордслайд? Окей, вот вам и видео. Как только он приземлит бордслайд, мы заканчиваем. Иначе сегодня точно кто-то умрет. Все нормально? Уже почти. Да, но мне нужен воск. Он сказал, что ему нужно еще воска. Пожалуйста, не надо. Как ощущается это падение в сравнении с падением с брейлдропа? Никак.
У нас кончается идея для катания с брейл-дропа. Теперь нам нужен гигантский рейл. Я вам говорю. Почти получилось. Да, это точно последний трюк, который мы будем делать на этой штуке. Давай, братишка. Дэниел, я думаю, самое время закончить видео, пока никто реально тут не погиб. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и оставьте комментарий. А еще можете написать, какие еще конструкции вы от нас ждете. Что мы можем сделать с Брейл Дропа и вообще здесь, я не знаю. Расскажите мне, и я сделаю. Подписывайтесь на Брейл Арми и на остальные каналы. И увидимся в следующем видео. Спасибо большое вам за просмотр. И большое спасибо Фэтти, Карлосу и вообще всем. Бум, безумие.